Как же круто быть богатой! Альбом моей любимой группы. Да, они играют супер. Покупаете? Да, сколько? $300. Так дорого. Но мы так не договаривались. Отлично, заберу себе. Нет, стойте, он мне нужен. Он станет твоим ровно через год. Это нечестно. Если будешь плакать, то и через год не отдам. Ладно, я вернусь через год. Какая же я умная. Ой, а что это? Кажется, началось. Ой, как больно. Дыши, дыши. Ох, вот и все. Привет, малыш. Мой маленький преступник. Весь в меня. Если я отберу у нее трость, то она и не заметит. Что ты тут делаешь? Отойди сейчас же. Бедная. Так устала, что спит на ходу. Что со мной? Неужели это сейчас случится? Привет, малыш. Вот мы и вместе. Наше маленькое счастье. Ну, сейчас повеселимся. Какая же ты милая крошка. Эй, что там делает клоун? Не пройдешь, не пропущу. Как же они надоели. А что если? У меня есть идея. Пойдем со мной, малявка. Ой, фу, ну ты пахнешь. Ха-ха-ха! Я поменяю детей местами! Приехали! Теперь сиди тут! Мама и папа вернулись. Как тут наше солнышко? Малышка любит эту кашу. Ой, чуть молоко не забыла. Давайте ваши покупки, мисс. Спасибо! Теперь скорее домой. Привет, мармеладка. А вот и твой обед. Это лучшая модель. Слышите, какой звук? Он просто супер. Я беру. А, приходите еще. Наконец-то я продала это старье. Время обеда, малышка. О, да ты же засыпаешь. Иди к маме на ручки. Это больше не нужно. Пока, тарелочка. Полезай в печку, усатик. Малыш, что ты делаешь? Так нельзя, сын. Мне скучно. Ты испугал кота. Снова беспорядок. Надо это убрать. Грязные стены. Сейчас все исправим. Дочка, я дома. Эй, я просила тебя не трогать граффити. Мама, они ужасные. Ты не разбираешься. Отойди-ка. Вот так лучше. Но мне совсем не нравится. Вау, какие же классные покупки. Я знаю, как открыть этот сейф. Так-то лучше. Ого, сколько всего. Спасибо, родители. Я все забираю. Скоро я буду богатым. Я возьму магнитофон. Вы не пожалеете. Звук суперский. Какой удобный планшет. Он может стать вашим. Я беру это и это. Отлично. Я самый богатый ребенок в мире. Пора вставать. Доброе утро, дорогая. С сейфом что-то не так. Давай проверим. Где все наши вещи? Здесь никто не найдет мои деньги. Что ты наделал, сын? Как ты мог продать наши вещи? Очень просто. Вы вечно все портите. Ты наказан. Сиди в своей комнате. Простите, но здесь нельзя играть. Заплатите штраф. Ой, я не знала, уже ухожу. Добрый день. Огонь в лесу? Это опасно. Вот ваш штраф. Я думала, тут можно разводить костер. Нет, это запрещено. Ловись, рыбка. Прошу прощения, рыбачить здесь запрещено. Держите, я выписала штраф. Так нечестно!
Это общественное место. Сделайте музыку тише. Придется выписать вам штраф. Но мы хотели праздник. Извините, это невозможно. Мама, привет. Я выписываю тебе штраф. Держи. Это еще что такое? Стены жутко грязные. Так нельзя. Выйди из моего магазина. Мама, не выгоняй меня. Это моя работа. Растите быстрее. Наконец-то. Теперь я стану свободным. Какая красотища. Теперь ждем покупателей. Какой тюльпанчик? Я беру. А я хочу желтые. Хочу всю коробку. Для тебя все самое лучшее. Мы берем все. Теперь я могу уйти от родителей. Этого мне хватит надолго. Я так устал. Мне придется провести здесь ночь. Как я люблю музыку и еду. Пойду прогуляюсь. Уху, так здорово. Давай вместе прыгать. Класс. Ого, что это тут? Сэр, тут запрещено спать. Я забираю вашу палатку. Что? Я не согласен. Извините, но так нужно. У меня нет выбора. Я отберу у тебя это. Что там такое? Сейчас же верни его вещи. Спасибо вам. Рада помочь. Дорогая, проснись. Нам нужно идти. Посмотри на эту девушку. Она так похожа на нас. Неужели ты наша дочь? Вы мои настоящие родители? Чем вам помочь? Мы хотим сделать тест ДНК. Пожалуйста, ложитесь на кушетку, мисс. Еще секунду. Отлично. А теперь нужны ваши анализы. Итак, вот результаты. 100%. Ты наша дочка. Я так счастлива, что нашла вас. Наконец-то ты с нами. Привет. Я хочу это купить. Да мы же одинаковые. Ты моя мама. А ты умеешь так? Класс! А теперь посмотри на меня. Мы самая крутая семейка. Я хотела узнать о дисках. Вау, они так классно танцуют. Ну и я не отстаю. Стоп, у меня же сегодня смена в кафе. Нужно спешить. Хорошо, что я взяла с собой униформу. Ах так, тогда лови. А сейчас концерт. Горячее какао. Обожаю. Дорогой, ты видел? А? Кажется, это ребенок. О, ты готов стать папой? Приятного аппетита, любимая. О, у меня закончилась вода. Одну секунду. Упс. Я случайно. Кто это? О, прелестный малыш. Теперь мы родители. Добро пожаловать. Повеселитесь как следует. Смотрите, как я умею! Ребята, поиграем в снежки. О, больно! Только не плачь, договорились? А мне здесь нравится. Кто со мной? Ловите! Держись от нас подальше! А это интересно? Я тоже хочу играть! Пожар! 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 Тебе здесь не место! Тебе здесь не место! Тебе здесь не место!
Я не хотел. Меня зовут Эмбер. Приятно познакомиться. Я Уэй. Уэйт, нельзя дружить с огнем. Эмбер, нельзя дружить с водой. И у нас опять нет воды. Дорогой, сделай что-нибудь. Мама, я все исправлю. Проще не бывает. Малыш, ты наш герой. Без тебя мы бы не справились. Ауч! О, сколько воды! Уэйт опять перестарался. Привет, семья. Ужин скоро будет готов. Мамочка, я тебе помогу. О, Эмбер, ты лучшая. Дочка, ты наша помощница. Вкуснее не бывает. Объеденье. Я очень старалась. А это мой десерт. Эмбер, осторожно! Без паники, семья. Беру это на себя. Мама, папа, простите. Милая, мы справимся с любой неприятностью. Веди себя хорошо, Уэйт. Я тебя ждала. Я скучал. У меня для тебя тоже есть подарок. Эмбер, ты лучшая. Вместе навсегда. Малыш, это все плохая идея. Малыш, вы не пара. Но мы хотим дружить. Почему вы запрещаете? Я хочу хот-дог. Самый острый. Ау! Приятного аппетита, юная леди. Hello? Привет, Эмбер. Hey. Отлично, что я тебя встретил. Ты обязан попробовать этот хот-дог. Угощайся. С удовольствием. О, я горю. Мороженое, срочно и побольше. Уэйт, все в порядке? Огненные хот-доги, это не мое. Будешь мороженое? Бррр, холодно. Эмбер, хочешь искупаться? Я чуть не забыл. Отлично придумано, Уэйт. Это свидание мечты. Ей! Я раздобуду для тебя сокровище и подарю тебе целый мир. Только выходи за меня. Уэйт, я согласна. Эмбер, мы созданы друг для друга. Ничто не разлучит нас. О, как это трогательно. Будьте счастливы. Ой, мне нехорошо. Врача сюда, срочно. Дорогая, просто попей воды. Помощь уже рядом. Вы должны кое-что проверить. Может быть. Да, я беременна. У меня замечательные новости. Мы станем родителями. О, это волшебно. Дорогой, здесь просто восхитительно. Какая грустная песня. А ты умеешь рассмешить. Мне здесь холодно. Но снег так бодрит.
Не думала, что йога – это смешно. У меня так не получится. К тому же я голодная. Обед почти готов. Ой-ой, горячо. Ничего вкуснее не пробовала. Хочу еще. О, кажется, началось. Дорогая, ты справишься. Привет, малышка, я твой папа. А я твоя мама. Только не плачь, договорились? Кажется, Молли проголодалась. Приятного аппетита, малышка. Ты не любишь воду? Что же нам делать? А может, Молли хочет чего-то особенного? Огонь и вода. Лучшее сочетание. Супер обед для супер малышки. Йо-ху, у нас получилось! А сейчас минутка сказочных историй. Молли, привет! Молли, ты лучшая! Молли, ты лучшая! Молли, ты лучшая! Я тоже рада вас видеть! Ага. Yeah. Молли, а вот и ты! Yes. Молли, а вот и ты! Это тебе. Как мило. Спасибо. Молли, тебе это пойдет. Очень красиво, спасибо. Yeah. Hey. Готовы, ребята? На старт, внимание, марш! Я на финише. Мартин, тебе плохо? Кажется, тебе не хватает воды. Спасибо, Молли. Всегда рада помочь. Мама, папа, у меня свидание. Ни за что. Но меня ждет Мартин. Слишком короткая юбка, дорогая. Why? Молли, ты дома? Добрый вечер, молодой человек. Так и быть, но возвращайтесь к 9. Всем привет. Ю-ху! Веселее не бывает. Это лучшая вечеринка. Но очень холодная. Ну, очень холодная. Без паники, я вам помогу. Уже лучше? Вау! Молли, это невероятно! Кто-нибудь проголодался? Налетайте! Мартин, у нас шопинг. Малышу нужно больше витаминов. Как насчет фруктов? Упс! Молли, осторожно! Здесь ужасные фрукты. Дорогая, не кипятись. Ты вся горишь. Ты прав. А сейчас навестим маму и папу. Увы, но времени совсем мало. Дорогая, ты стала такая взрослая. Мама, папа, только не это! Малышка, нам пора уходить. Это круговорот жизни. Мама, папа, мне будет вас не хватать. Огонь мне не страшен, я есть огонь. Чтобы быть сильным, надо быть водой. Доктор, сделайте что-нибудь. Малыш вот-вот появится на свет. Oh.
Поздравляю, у вас чудесный мальчик. Уэйд, привет, я твоя мама. О, мне уже пора. Мэм, я рядом, мы начинаем. Поздравляю, у вас прекрасная девочка. О, я назову ее Эмбер. Какая встреча! И ты здесь? Лучше не подходи. Держись от меня подальше. Малыш, пора вставать. У нас сегодня много дел. Чем больше воды, тем лучше. Обожаю. Уэйд, а теперь завтракать. Ага. Приятного аппетита. Объеденье. Не забудь столовые приборы. Теперь одеваться. Эмбер, доброе утро. А, ну еще так рано. Огонь тебя точно взбодрит. Ты права, мамочка. Ей. Малышка, как насчет горячего завтрака? Ей. Мои любимые угольки. Конечно, приятного аппетита. Вкуснее не бывает. Эмбер, нам уже пора. А вот и мы. Увидимся вечером, огонек. Добро пожаловать, Эмбер. Малыш, тебе здесь понравится. Но я не хочу. Уэйд, готов найти новых друзей? До вечера, дорогой. Дети, повеселитесь как следует. Вы кто такие? Я Уэйд. Вы похожи на неудачников. Я тоже хочу поиграть. Смотрите, как я умею. Пожар! Ой-ой, случайно вышла. Беру это на себя. Вы странные, и вам здесь не место. Стойте, я не хотела. Эмбер, не расстраивайся. Будем дружить. Вместе навсегда. Твой сын недостоин моей дочери. Это твоя дочь недостойна моего сына. Дамы, только без нервов. Встречаем жениха и невесту. Согласны ли вы быть мужем и женой? Конечно! Еще бы! Поздравляю, молодожены! Огонь и вода неразлучны! Мама, ты опять за свое! Мама, перестань! Это свадьба, ошибка! Вы не можете быть вместе! Тогда мы уезжаем! Прощайте! Это все ты виновата! Нет, ты! Нам здесь больше нечего делать. Это наш новый дом? Мне здесь уже нравится. Но где мы будем жить? За мной, дорогой. Вау, это наше семейное гнездышко. Неплохо, но здесь не хватает уюта. Сейчас я это исправлю. Больше, еще больше огня. Что же я наделала? Дорогая, без паники, у нас есть вода. Уэйд, ты нас спас опять. Больше никаких свечей, договорились. Эмбер, чем сегодня займемся? Я такая голодная. Твое желание – закон. Сейчас я что-нибудь приготовлю. Работает профессионал.
Это будет самый вкусный семейный обед. Дорогая, приятного аппетита. Уэйд, ты лучший. Идеальная прожарка. Мне нехорошо. Дорогой, скоро вернусь. Ага. Кажется, я знаю, что происходит. Фу. Так значит, я беременна? Интересно, что скажет Уэйд? Дорогой, у меня новости. Выглядит странно. Что это? У нас будет малыш. Юху! Мы станем родителями! Малыш чувствует себя прекрасно. Отличные новости! Но будущей мамочке нужны витамины. С удовольствием! Спасибо, доктор. Лучшее место для пикника. Дорогая, завтрак уже готов. Уэйд, ты такой заботливый. А после огненных вкусняшек спортивный перерыв. Ага. Что-то не так. Кажется, началось. Я справлюсь. Малышка, мы так тебя ждали. Уэйд, а вот и мы. Гейл, привет, я твой папа. Тише, тише, малышка. Что делать, когда плачет ребенок? Кажется, малышка проголодалась. Ты любишь огонь? Все в маму. А как насчет воды? Ей понравилось. Гейл, ты чудо. Малышка, мы отправляемся в путешествие. Это будет незабываемо. Главное, ничего не забыть. Гейл, ты готова? Вперед, семья! А вот и наш поезд. Приключения, ждите нас. И мы уже на месте. Семья, пора здесь осмотреться. Вау, восхитительно! Впечатляет. Это мой новый дом. И сейчас здесь станет намного уютнее. Устроим семейный перекус. Угольки и вода. Что может быть лучше? Доброе утро, мир. Холодная ванна – лучшее начало дня. Белоснежная улыбка на первом месте. Пушистик, не разбуди маму с папой. А мне уже пора. Вау, сколько снега! И его можно превратить в искусство. Удачное приземление. Опять Гейл со своими фокусами. Всем привет. Здесь похолодало. Гейл, это все из-за тебя. Извините, я не хотела. Здесь свободно. И не надейся, занято. Твое место в коридоре, Гейл. Гейл, можешь сесть со мной. Спасибо, Мэри. Мы же подруги. Вы неудачницы. Найдите себе другую школу. Не смейте обижать мою подругу.
Лейл, ты меня спасла! Математика, это скучно. За мной. Дети, что с вами? Мэри, любишь сладкую вату? Это тебе. Выглядит вкусно. А я люблю это. Гейл, ты супер! О, это мама! Ей. Да, уже лечу, Мэри. Еще увидимся. Как хорошо, когда у тебя есть друг.